Так, ну что, сегодня попытаемся поставить вот этот переходник, в который будет вкручиваться датчик включения вентилятора. Вот, и плюс у меня там один патрубок течет. Надо его как-то подфунлентить. Вырезать будем датчик вот в это место. Я уже тут пометил. А вот тут вот вечно, блин, течет. Просто вечно. Сейчас будем разбирать и смотреть, почему она тут так сильно течет обильно. От греха подальше решили герметиком промазать резьбу. Вот, чтобы уж наверняка точно ничего не пропускало. Вот, и сейчас установим. Так, ну вот мы тут кусочек вырезали из этого патрубка. Слили остатки, потому что стекало. Установили даже датчик. Сейчас мы это все дело сюда вклячим и будем собирать. Датчик поставили. Еще пока все холодное. Вот здесь нагревается по чуть-чуть. Ждем, когда заработает вентилятор, и посмотрим, на какой температуре он включился. Он все равно включится, когда термостат откроется. Тут патрубок холодный вообще. Вот этот такой еле-еле тепленький. Там тоже еле тепленький. Решили его поставить вниз, потому что, ну, наверх был, мешалось бы. А так вроде лазит везде. Ну и плюс, да, жидкость течет по нему. Внизу, а не наверху. Ну вот он сам включился на заглушенной уже машине. Сейчас он ее остудит и сам выключит. А я стою, он включился, и горячий воздух такой пошел. И потом горячий воздух такой охлаждается. И уже почти холодный, раз, включился. Все. Просто надо будет потом проводку переделать получше. И все. Пошел. Заработал. А? Сейчас посмотрим, через сколько нормально. Да. Теоретически он даже на заглушенной машине должен сам включаться. Ну, когда сейчас температура поднимется, вот, он включится и выключится. Нагрузка нужна, нагрузки нет. Да нет, я его сделал так, что глуши. Он автономно будет работать теперь. Он если почувствует, что сам включит.
Короче, вот этот датчик, который у нас стоит, он мне не понравился, потому что видите, тут он 87 включается и 82 выключается. Это на самом деле мало. Поэтому я решил поставить другой, который будет на 92 включаться и на 87 выключаться. Вот. Сейчас мы его заменим и уже посмотрим, как будет с этим, с новым датчиком. 90. Здесь у нас на приборке тоже прилично поднялось. Взял, упал, короче, до 87. Это термостат открылся. Ладно, будем ждать еще. Так, вот тут температура к 90 подошла. К 90 градусам. Не знаю, отсюда видите, не видите. Вентилятор пока не работает. Сейчас мы чуть подгазуем. Вот, 95 градусов, короче, врубается вентилятор. Сейчас здесь будет температура падать. Все, вот он выключился. Температура падает аж до 84 градусов. Ну что, меня в принципе все устраивает. Отлично.